Как говорится, лень — двигатель прогресса. Вот тут все время надо вот эту красоту продлевать. Вот, и все время включать, выключать, куда-то ложить, чтоб не упала эта красота. Вот. И теперь я решил вот так вот сделать. Тут у меня такие типа антресоль для других нужд были. Вот я примотал скотчем. И вот, в принципе, он сам там стоит. А я единственное, что вот контролирую температурку и выключаю. Это более удобно, потому что две руки. А прогреть надо, потому что тут и так уже бедная поверхность, измученная. Я опять, мне надо было вот здесь поднимать. Я тут типа как ударная техника, и снутри там поднимать, потому что клеем не получится плавно небольшие волночки поднимать. Ну, это, как говорится, мелочи жизни. Ну, вот такая приспособа. И, в принципе, удобно. Потому что, если вот на можно было к лампе прицепить, это было бы не так бы удобно. Вот, смотрим. И на таком вот расстоянии, там, 64-65, ну, до 70 постоянная температура, я уже посмотрел. На таком расстоянии. Меня это устраивает. Я не перегрею металл, и все время... Все-таки там 70 градусов, это хорошая температурка на поверхности. Вот. Даже не 70, получается, ну, около 70. Где-то больше, где-то меньше. Вот. Вот я вот. И как-то поудобнее работать. Ну, вот такая вот мелочь.